1 ноября в Доме журналистов прошла пресс-конференция, посвященная успешному выступлению омских дзюдоистов на первенстве Сибирского федерального округа, которое состоялось в Минусинске. Наши спортсмены завоевали одну золотую, две серебряных и бронзовую награду. Это прежде всего та колоссальная работа, которую проделали тренеры. Это результат даже не одного года. Здесь нужно отметить, конечно, тренеров работу, которая началась еще в детском возрасте. И вот тот результат, к которому ребята пришли совместно с тренерами, это заслуга совместного такого хорошего, качественного труда. Победительница соревнований Дарья Казанцева отметила два важных момента. В финале спортсменка выиграла у сильной соперницы из Красноярского края, которая раньше уступала. Одержать победу помог сложный по исполнению прием – задняя подножка, над которым она специально работала на тренировках. В принципе, поставленную задачу я, наверное, выполнила на 4 из 5. Всегда есть к чему стремиться. Мы, получается, отборолись 4 минуты основного времени. Начался Golden Score, дополнительное время. И на 30-й секунду Golden Score я ее бросила чисто на ипон. Задней подножкой. Сергей Курзун завоевал свою первую медаль на первенстве Сибирского федерального округа. Спортсмен выиграл бронзу в категории до 90 килограммов. Боролся с умом, можно сказать так. На все встречи выходил заряженным, готовым к поединкам. У меня любимый бросок с колен, в плечо с колен. Я постоянно выполняю его, ну сколько лет уже делаю. Не собираюсь менять. Серебряные медали турнира завоевали еще два омских дзюдоиста – Егор Саблин и Давид Григорян. Первенство России для спортсменов этой возрастной категории пройдет с 24 по 27 ноября в Красноярске.